Я хотел бы призвать всех нас с вами, дорогие отцы, братья и сестры, потому что все мы подвержены человеческим слабостям, чтобы мы не смеялись над людьми, чтобы мы не смеялись над ошибками других, чтобы мы не делали скоропоспешных суждений в отношении других людей, и чтобы вы всегда помнили, что если Господь любит нас с вами, то Он точно так же любит и тех, кто живет рядом с нами, вне зависимости от того, какой это человек и как он сам относится к своему Богу и Отцу. Потому что каждый человек на земле – это творение Божие. А творение Божие – это чадо Божие. И каждый человек так же дорог нашему Господу, как и мы с вами. И поэтому не будем безоглядно осуждать, смеяться, надсмехаться, проявлять извительность в отношении других людей, которые живут рядом с нами. А будем любить кротко и смиренно тех, кто нас окружает, невзирая на молодость или на старость, невзирая на положение или их отношение к нам. Потому что для каждого из нас один Господь судья. Дай Бог нам не впадать в эту прелесть, в этот грех, и чтобы мы всегда чувствовали себя недостойными перед Богом и никогда не брали бы на себя то, что принадлежит одному Богу – осуждение и суд над другими людьми.